Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала «Рыбалка и хобби для всех». Меня зовут Алексей. Сегодня я на рыбалке. Сегодня я буду ловить на фидер. Сегодня я ловлю на озере. Вот, это будет вечерняя рыбалка. Часа три я буду ловить. Надеюсь я на поимку леща. Одного-двух, может быть, поймаем. Посмотрим, как на самом деле пойдет. Вот, прикормку я беру проверенную по этой рыбе. Значит, это у меня эксперт фидер лещ. Черная профессиональная прикормка. Вот. Замешивать я ее буду на мелассе, крупный лещ. Немного добавлю в воду. Вот, и этой водой уже замешаем прикормку. Также добавлю немножко пастанчина. Это траперовская пастанчина, немножко осталось. Ну, где-то, может быть, половину этого, того, что осталось. Ловить буду на кукурузу и на червя. Надеюсь, кукурузу отбить мелочь, отсечь. Если не будет клевать, ну, тогда будем опять ловить на червя. Вот, план такой. Сейчас готовим прикормку и начинаем ловить. Вкусно пахнет. Теперь берем мелассу. Обычно я ее лью прямо в прикормку, но сегодня решил размешать немножко в воде. И уже вот этой мелассы, которая разведена в воде, уже добавлю в прикормку и будем перемешивать. Тогда прикормка, в принципе, должна равномерно пропитаться. Так, ну, в общем, первоначальный замес сделали. Пусть он немножко постоит, пока я собираю удочки, удочку фидер. Вот, после этого смотрю, возможно, и не придется еще доувлажнять. Итак, прикормка постояла. Сейчас добавим немножко пастанчина. Вот, вот так вот. Примерно вот столько добавлю. Этого не хватит. Такая веселенькая прикормка получается с вкраплениями желтого и красного. Насадил кукурузину и червяка, забросил. Какие-то резкие поклевки идут сразу, но такое ощущение, что это не крупная рыба. Нормальной поклевки что-то не видать, пока не подсекаю. Вроде ничего, поклевочка была, да, рыбка на крючке. Отлично. И судя по тому, что я чувствую, это небольшая плотвица. Да, кукурузину и червяка съела. Повторяем, только без червяка. Сейчас насажу три на меня крючка не хватит, две кукурузины. Каким-то образом надо нам эту мелкую плотвицу отсечь.
Не такая уж она и мелкая, конечно. Ну и не то, что я хотел бы здесь ловить. Две кукурузинки сейчас насадим. Посмотрим, к чему это приведет. Кинул прикормку около мостков. Приплыла стайка красноперок. Причем такие красноперки прикольные, не маленькие, крупненькие. Интересно, если червяка им туда. Ну-ка, что будет? Опа! Ха-ха, нифига себе! Поймалась, смотрите. Поймалась красноперка на червя. Вот такие стайки там было. Хе-хе, прикольно, да? Вот так вот. Обалдеть. Вот еще одна подплыла. Фидер в приглядку называется. Ой-ой-ой. Куда ты? Это как плотвички, только красноперки. Веселуха. Большая стая приплыла, кстати. Как вот они так сообразили, что там прикормка лежит. Переговариваются, наверное. Так, а у меня очередная плотвица. Опять попробую поймать красноперку на большого червяка. Самую большую. Жалко не передать камерой, как это все происходит. Но это прикольно. Ну что, с дальней точки там стабильно клюет плотва. Ближнюю точку, я считаю, здесь под мостком. Здесь можно ловить красноперки. Вон там опять стайка приплыла. По размеру она точно такая же, как на дальней точке. Но я жду рыбу покрупнее. В общем, при каждом забросе сразу следует поклевка плотвой. Плотва не крупная. Я не знаю пока, что с ней делать. Она все время клюет. Даже если насаживать большие кукурузины, все равно клюет. Надо как-то избавляться от нее. Как, пока не понимаю. Ну вот, поменял я крючок. Побольше поставил. Посмотрим, к чему это приведет. И приведет ли это к чему-нибудь вообще. Не буду торопиться с подсечкой. Хочу увидеть нормальную поклевку. Пока к необходимому результату это не привело. Как клевала плотва, так она и продолжает клевать.
И более крупный крючок ее вообще не смущает. В общем, часа полтора прошло. У меня там на точке, похоже, дикая стая плотвы. Прикормка только падает с покормушкой. Насадка на поводке начинает опускаться, сразу же идет поклевка. Вот если насадку делаю крупнее, то поклевки, ну а рыба не застекается. Если просто одного червяка, то сразу же засекается плотвица и сидит там на крючке. Вот, я прям в замешательстве, не знаю, как мне быть и что мне сделать. Ну вот, мне надо эту мелкую рыбу отсечь, либо ждать, когда крупная туда подойдет и прогонит мелкую. Вот, и что бы вы делали в таком ситуации, напишите в комментариях, потому что такая ситуация может случиться с каждым. Вот, пока ловлю, у меня прикормки еще где-то на час. Вот, ну, где-то через час, я думаю, что буду сворачиваться. Вот вы наловил, уже, мне уже не так интересно ее ловить. Даже эту красноперку здесь внизу было интереснее в приглядку ловить. Вот, странно, ни подлещика, ни густеры вообще нет. Вот, вот такая рыбалка пока. Даже большая кукурузина не останавливает небольшую плотвицу. Заглотить не заглотила, но на крючок села. Так, еще одна плотвичка. Вроде плотвичка, да? Да. Клюет в лед, не успевает насадка на дно опуститься. И еще одна плотвичка. А пока у меня безостановочно клюет плотва, расскажу немножко о снастях. Значит, фидер у меня сегодня фирмы Колмик. Virtual Feeder 20-70 грамм. Тест его. Вот. Значит, шнур у меня самый дешевый китайский. Уже работает у меня целый год, наверное, или даже больше. Вообще никаких проблем. Ну, я даже не вижу смысла большие деньги тратить на шнуры, если можно использовать китайский, который там 1 метр рубль стоит. Вот, ты покупаешь там 500 метров и 500 рублей платишь, и спокойно можешь долго-долго. Ох, какая поклевка, да? Так, секунду. Ну, скорее всего, это опять плотва. Ну да, плотва. В общем, вытащил, продолжу. Значит, про шнур сказал. Оснастка у меня несимметричная петля. Очень хорошая. Я в последнее время только и ловлю. Очень уловисто. Значит, крючки у меня сейчас 12 номера. Поводок 14 миллиметров. Ну, 0,14 миллиметра. Так, что еще сказать? Значит, катушка у меня на этом фидере стоит Shimano XH. Shimano XH4000. Так как кидать приходится достаточно далеко, я решил использовать 4000-ную. Хотя есть поменьше. И удобнее было бы как бы поменьше на таком удилище использовать катушку. Но из-за того, что расстояние большое, на меньшей шпуле будешь дольше выматывать. Ну вот, на этой нормально, в принципе. Вот, по снастям, в принципе, все. Сейчас у меня постоянно клюет плотва. Ну, это просто пипец. Закидываешь, клюет, закидываешь, клюет. Пока не понимаю. Либо надо ждать, когда она отойдет. Вот. Либо как-то укрупнять насадку. Ну, куда уж больше, я не знаю. Кукурузину насаживаешь, такую здоровую. Все равно клюет плотва. Вытаскиваешь. Причем она не очень крупная. Ну, такая, средненького размера. Вот, большие рыбы пока не клевали. Думаю, еще, наверное, полчасика я посижу. Если ничего не будет, пойду домой чай пить. Ну, план пока такой. И почему я не удивлен? Снова плотва. Что-то странно, короче. Клюнула. Но сопротивляется не как плотва. Сейчас посмотрим. Может, какая-то усталая плотва. Да.
Это какая-то усталая плотва. Что бьется так бойко? Что там такое? А ничего, то же самое. А, прикормка просто из кормушки не вышла. Поэтому так туго шло. И опять плотва. Все время плотва. В общем, вечер наступил, день подошел к концу. Наловился я плотвы, ловил я ее очень много. Я даже взвешивать не буду, там реально много плотвы. Всю ее, наверное, отпущу. Вот, клевала она без остановки, до сих пор она клюет, достаточно закинуть, сразу клюет. Целевой рыбы не поймал, на самом деле я хотел ловить подлещика и леща, но что-то сегодня они к нам не приплыли. Значит, буду пытаться снова и снова, наверное, завтра днем попытаюсь, и прикармливать я буду, ну, прикормка понятно, добавлю в прикормку еще гранул, есть у меня там такой пелец интересный, крупненький, чтобы его плотва не ела, а лещу, чтобы что-нибудь осталось. Я боюсь, что там просто лещу, прикормка не остается, плотва съедает и все. Вот, а за сим все, впереди ждут новые рыбалки, значит, новые видео, чтобы их не пропустить, подписывайтесь на канал, всем пока!